Чивитос, амиго, снова вы, снова я, и сегодня у нас мега новинка, продолжение одной из самых легендарнейших серий игр Гульман 4. Первая часть этой игры вышла в 2008 году и была похожа на понос сатаны. И сегодня мы посмотрим четвертую часть. Системные требования этой игры подойдут абсолютно далеко не всем, поэтому ваш единственный шанс, скорее всего, пройти эту игру, это пройти ее на ютубе. Для игры в Гульман комфортной вам потребуется процессор i7-4470, 16 гигабайт оперативы и видеокарта GeForce GTX 1060 или выше. Господи, я боюсь представить, что за графику они туда завезли. Ну, давайте же глянем на это великолепие. Сам прикол, что походу русского языка нету в Гульмане. Это вообще это нонсенс, блядь. А как же где этот артефакт, ядрить его в корень, а? Ну, давай уже, грузи, хорош. То чувство, когда даже задничек какой-то поставить под текст было лень, так на серый фон ебанули и пойдет. Это Александр Шпак, по-моему. Слушайте меня очень внимательно. Не знаю, как вы очутились на этом острове и тем более в этих залах, но одно я знаю точно. Никто здесь не заинтересован в том, чтобы вы остались живы. Никто, кроме меня и вас. Дверь, ведущая из зала, закрыта? Похоже на то. Это значит, что в зале рядом с вами есть еще кто-то живой. И это враг. Вам придется убить его. Дверь откроется только в том случае, если в зале останется только один живой человек. Это что, какой-то психологический тест? Бля, озвучку просто боги делали, конечно. Я не понимаю, как дверь узнает, как каменная дверь узнает, что в зале остался один кто-то живой. Подожди, хорош. Блять, а чё майн меню? А обычного меню нет, что ли? Ёб твою мать. Да рисум, ну чё ты, блядь? О! Блять, реально здесь нет настроек. Ёб, ну я не знаю, я тоже нихера не слышу, что они там бубнят. И поверьте, блять, если вы не слышите, то слава богу, потому что там такой гундёж, что, блядь, кровь из ушей вам обеспечена, хоть тампонами затыкай. Но вот то, что здесь сенсой, это полная порнуха, бля, она вообще нихера не контролируется. Я мышку убавил уже, блядь, сенсурите ниже некуда убавлять, и все равно, блядь, я думаю, что если мышь вообще нахуй от компьютера отключить, только тогда, блядь, сенса нормальная станет, играбельная. Так, ну чё, игра 2016 года, у Ваномаса она не пойдет, потому что у Ваномаса 980 видях, а здесь 1060 нужно, так что полигоны за него я посчитаю. Так, вертолет, ёпты, бля, ну-ка, полигончики, 1, 2, 3, нахуй, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 полигонов, ебать, зарождение вселенной, нахуй. Я думаю, он бы сказал что-нибудь примерно типа этого. Ладно, ну, это трудно догадаться, но этот движок, как я понял, Unreal, мать его, Edge. Блять, хрюкающий негр. Будем разбираться не по-детски. Да вы серьезно, что ли, нахуй? Озвучечка вернулась. Квадратный автомат, блять, он чем кирпич, он чем щебенкой стреляет, что ли? Хули он квадратный? Бля, какая... Вы не поверите, но эта игра весит... в Steam, когда скачивается, весит 900 мегабайт, после установки весит 2 гигабайта и стоит 300 рублей. Пожалуй, это лучшая инвестиция, блядь, 300 рублей за всю мою жизнь. О, где ж этот артефакт-то? Ядрить его в корень, а? Охуеть, доктор, тут еще и записки. 4 февраля 2030 года. Сегодня моя группа приступила к изучению Южного коридора. Объект представляет собой комплекс каменных сооружений. Бля, они уговорили какую-то бабу поучаствовать в озвучке, но, сука, все они настолько медленно читают текст, блядь, они до этого что, нахуй, 2 класса школы закончили, ёпта, по слогам бы еще. Ну кто тут смелый? А чё со звуком-то, нах? Звук как будто, я не знаю, у меня как будто из 6 динамиков в моих наушниках работает только один, причем слева. Если вас не устраивает поносный звук этой игры, знаете, я тут вообще ни при чем, он такой и есть. Гульман артефакт, ядрить его в корень. Блять, какой уровень-то, интересно. Тут вот я, если кругом пройду, я хоть найду проход, дырочку какую-нибудь, нет? Раз, два, бля, уже блевать охота, ёпта.
Зачем вот это сделано, господи, мать твою? Ну кто кроме меня тут будет прыгать? Артефакт, ядрить его в корень. Ну же, блядь, последняя дырка. Нет, тут ни черта не оказалось. Блин, нахрена. Вон этот артефакт, ядрить его в корень. Апс. Опа. А, тут можно падать с высоты. Тут силы притяжения не действуют на Гульмана. Ведь Гульман мета-человек. Есть вообще два мета-человека во вселенной. Супермен и Гульмен. Может он не Гульман, может он Гульман? Не-не-не-не-не-не, блядь, сука, гравитация тут, судя по гравитации, мы, наверное, на Луне, не знаю, блядь, он прыгает, как в киселе в каком-то. Так, ну, ладно, я видел, что он в конце, блядь, роскошный выстрел. Вот это дико техничный удар, я даже не знаю, зачем на экране, блядь, вторая рука, он все равно ей не бьет. Это только джеб правый такой, хоп-хоп-хоп, я даже не знаю, о, открытое достижение, нихуя. Тут еще и достижения сделали, бля. Сколько у меня патронов? О! Бля, а звук у пистолета-то получше, чем у автомата. Я из автомата не хочу только из-за звука стрелять. Последний раз я такой звук, блядь, на автовокзале в сортире, блядь, слышал. Но там не стреляли, бля. Так, я, по-моему, назад пришел, нет? Хули они хрюкают. Его в корень. А ура! Я верю, его в корень вернулась. Ядрилка ты моя, Корней, блядь. Ну кто тут смелый-то так? Охуительная отдача сделана из пистолета. Вот как в жизни, блядь. Экран просто дергается вверх-вниз, как паралитик. Ну а оптимизацию завезли. Вот действительно, вот за что может похвалить, то что вот требования 1060 в видях, у меня 1070, я записываю стабильно 60 FPS. Давай, Саня, шпак. Такое чувство, что я с доктором Пилой, блядь, разговариваю. Или как там, у профессор? Бля, в озвучке участвовал самый вялый членосос, который вообще смогли найти, по-моему. Ёб твою мать, чувак, ты, наверное, помер до того, как озвучивать начал. Я не знаю, потому что, по-моему, блядь, я зомби видел, которые лучше читали текст. О, охуительно. Пистолет. Muzzle Break for Type 17. Ну откуда у этой игры бабло, чтобы заплатить за лицензию? Хуя себе пистолет, даже снайперки. Но у меня, по сути, ни на что не хватает. 1000 за аптечку, ёб твою мать. Броник еще 1000. Я, по-моему, уже купил один. Ну дайте два, блядь. Я два одену, нахуй, на всякий случай. Чё это такое? Это что, ёб ты, стакан? Пистольные патроны в стакане, блядь. А, это гильзы, ёб твою маниху. Магазины целые. Охуеть. Ну чё? А где мой, блядь? Ты чё, ебланище? Где мой бронежилет? Я бронежилет, блядь, купил. Вы чё, ебанулись, что ли? Где броник-то мой, ёб твою мать? Я 1000 отдал, 1000! Я, наверное, чё-то не понимаю, блядь, но, скорее всего... Ничего не понял разработчик, блядь, когда это делал. Ебать, Сириус Сэм прям. Я там такую... А, это... Вилл Рок, ёпта, я там такую локацию видел. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. I wanna rock! Ядрить его в корень. Понял, я твой корень ядрил. Ядрил я твою маму в корень. Кто тут смелый-то такой? Давай, смельчаки, подходи, подходи, я сегодня все... О, блядь, акула, нихуя. Бля, разрабы-то поднялись, смотри, контент-то свой подняли, даже акулу смогли нарисовать. Ещё какую, блядь? Всего-то 20 полигонов, ёпта. Ну чё, пойдём поплаваем. Это напоминает мне ностальгический Tomb Raider. Обалденно весело, кстати, это все. Он череп. Я нашел черепадло. О! А вот и артефакт. Ядарить его в сустав. Так я не понял. Кстати, воздух тут что, бесконечный? Ну, я не удивлен, если у Гульмана будут жабры окажутся, ведь он же мета-человек. Интересно, Супермен насколько может задержать дыхание? Вот Гульман уже минуту не дышит. Shield ready. О, еще один. Ни хрена себе. Я в Ларри Крофт был не так успешен в поиске сокровищ, как в Гульмане.
и я заработал $900, за которые я опять смогу купить классное ничего. Я смогу терминалу позволить наебать себе еще раз. Вон, смотрите, опять терминал. Давайте, давайте внимательно. А, у меня, блядь, и не хватает-то ни на что. 5 брони. А вот когда здесь подбираешь 5 брони, ее реально дают. Я так понимаю, они не стали запариваться и кинули броню абсолютно в каждую вазу. В виде светящегося колобка. Это жемчужная броня. Да ладно, бочка не взрывается, а взрывается. Это самый дьявольский взрыв, который я в жизни видел. Ох, бля. Как у меня, не знаю, в видях это не посыпалось, а? С такого графона. Ебать, тут DirectX 15 просто, ё-моё. Кстати, в требованиях написано винда 8.1 нужен. Windows 8.1. У меня семерка, и как ни странно, играю, бля. Я боюсь, что у меня игра просто вылетит. Вот это что? Ух ты. Анти-армор. Блядь, а что такое анти-армор? Бронебойный, что ли? Удар, бля, просто, сука, зуб дракона. Раскрошил этот глиняный кувшин просто в щи. На правую кнопку нету прицеливания. Из этого квадратного карабина, к сожалению. Чего? Чекпоинт такой? Похоже на обычный кусок брони. 20 жизней мне дали. На 100% здоровье не останавливается. У меня уже 128. Ебать его в корень. Они даже... О, вот этот умеет стрелять, смотри-ка. Как ловко я ему в хэдашник записал. Доктор Джулиана Камински. 5 февраля 2030 года. А, это еще и в будущем. В зале с бассейном я обнаружила акулу. Непонятно, как она там оказалась. Но я вижу по графике, что это будущее. Исходя из ее странного поведения и отсутствия кормовой базы, я выдвинула гипотезу о том, что это муляж акулы. Мне уже не терпится проверить свою блестящую догадку. Я попросила одного из рабочих спуститься в бассейн и потыкать акулу палкой. Тупость кожаной необразованного человека довела меня до белого коленя. Мне пришлось потратить уйму сил и, главное, драгоценного времени для того, чтобы заверить рабочего в том, что это совершенно безопасно. После разгрузки оборудования я, наконец, проверю свою гипотезу. Конец связи. Я застрелил муляж. Во время озвучки в один момент актриса так вздохнула, типа заебалась озвучивать, походу, я не знаю, потому что, ну, это не было похоже на... Ох ты, ебать, колотить трилобиты нападают, что это такое? Крабоубийца, крабоубийца! Ох ты, пидорасина. Ты чё, ебало набить? Ты чё, получи, блядь. Говно сраное, ты на кого? Ты на кого, ёпты, лапками семенишь, а? Говнище. Я гульман нахуй, а не хрен собачий. Чё тут у нас? Опа, хилочка нашлась. Вот это вообще. Я понимаю, надо каждый ящик разбивать. А чё ж, да что ж, я патроны-то трачу, господи. Так игру можно не пройти. У меня ж кулачина могучая есть. Оп-оп-оп. Тут, кстати, мухи где-то жужжат, я не знаю. Ну, понятно, что на эту игру мухи должны были слететься, как бы... Я вот даже фильм смотрел, где там два чувака в камере сидели, он говорит, братишка, вот тебе, говорит, мухи спать мешают, давай, короче, на доске Гульмана начертим, мухи прилетят, мы их убьем. Ну кто тут смелый? Бля, нихера не снайпера, у меня даже прицеливания нет. Ебать его в корень. У меня даже прицеливания нет, они мне с другого конца карты, блядь, смотри, как засло. Ах ты, свиноёб. Ну кто тут смелый-то такой? Сука. Бля, разнообразие локаций просто порвало мое воображение. Я уже, блядь, пятый раз иду по этой... По вот этой... По вот этой... Что вот это, блядь? По комнате? Вы должны помочь мне. Помочь? Мне бы кто помог. Вы должны остановить моего начальника, главу корпорации Джеймса Уотсона. Он совсем спятил. Спятил? Нет проблем, меня уже ищут. Скоро сюда прибудут военные и увезут. Я спец по ебанутым. Двое меня сделали. Корпорация уже заплатила кому надо, чтобы вас не искали. Выйди на связь, мы далеком отсюда ни у меня, ни у вас не получится. Но вы уже, наверное, это и сами заметите. И даже если за вами действительно прилетят, уже будет... Поздно.
По-моему, из всех актеров, участвующих в озвучке этой феноменальной игры, баба справилась лучше всех. Зря я на нее бочку гнал, потому что эти два обморока просто меня бесят, я не могу это слушать. Блять, еще зачем-то голос обработал. Ты кого, блядь, пилу собирался озвучивать? Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Не по-детски, а пиздецки будем разбираться. Ядрить его в корень. Честно говоря, я не очень улавливаю разницу между автоматом и пистолетом, потому что мне из автомата приходится по одному выстрелу делать. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Интересно, а дробовик тут завезли? Я хочу накопить на оружие и попытаться оружие купить. Понятно, что броню мне не продают за косарик вообще, походу. А вот, может, автомат? Или там снайперка была? Кемпа. Тут без кемперки-то тяжело, блядь. Приходится обосраться. И какой раз я оказался в этой комнате, в которой они просто маленько переставили интерьер, но вот этот балкон, он все тот же. Ёб твою мать. Будем разбираться не по-детски. Интересно, куда он бежит? Особенно хочется отметить компьютерный интеллект. Он такой же тупой, как разработчики. Доктор Джулиана Каминский. 8 февраля 2030 года. Сегодня со мной связался руководитель раскопок, доктор Алан Тайсон. Бля, Алан много, сообщил, долго. Все, не хочу слушать. Я не хочу прерывать этот дикий экшен, потому что после прослушивания этих бессмысленных записок очень трудно влиться обратно в ритм этого сумасшедшего безумного геймплея. Ебать, они завезли темноту и фонарик. Ничего не смогли. ФПС, правда, просел немножко. Ядрить его в корень. Я смотрю, на меня нападают как американские наемники, так и вполне себе российские морские пехотинцы. Вот это шоколадный явно морской пехотинец. Слушай, такое чувство, что дело к боссу. Насколько это вероятно, что в этой игре есть босс хоть один? Блять, какой замысловатый лабиринт. Не заблудиться бы, я не знаю. Я планирую начать мазать говном стены, чтобы найти обратную дорогу. О, катсценка, да ладно. Связь, я уже связался со штабом, они обещали выяснить, что случилось, и выслать подкрепление. Я не хочу здесь поддохнуть. Заткнись. От чего вам тут подыхать, кроме вас и меня, там никого нет. Не, на еще одних актеров озвучки уже не нашлось ни средств, ни друзья, видимо, не согласились, поэтому они разговаривают голосами главных героев. Короче, я понял, банда, которая сделала эту игру, это игровое ОПГ. Вашу мать. А состоит из трех человек. Два пацана и какая-то баба. Да, фонарик даже при свете работает. Вообще классно. Блядь, зачем мне хрюкают, я понять не могу. Ух ты, подкрался, смотри. По-моему, это был военный из клипа Гомосекшн Революшн, блядь. Да он и одет как Гомосекшн. Да, не ту игру я в топ 2016 года поставил. Будем разбираться. По-моему, это круче, чем Doom. Намного круче, чем Doom. Это, блядь, раз в 500 круче, чем Doom. Doom вообще говно, я только сейчас это осознал. Гульман что по графике его делает, что вообще по всему. По сюжету вообще это лучший сюжет этого года, мне кажется. Лучше, чем Uncharted 4. Uncharted 4 это вообще говнище какое-то, блядь. Брат, не брат, блядь, все дела. А тут вон какая херня, просто... Просто, блядь, Гульман, бегущий в лабиринте, я бы так назвал эту часть, а не Still Alive. Амс! Сука! Ну кто тут смелый-то там? Такое чувство, что у них заканчиваются патроны спустя 4 выстрела, и они просто бегут на меня в рукопашную. Я не знаю, зачем здесь создали условия для позиционного шутинга. Понаставив какие-то укрытия, преграды, тут все равно как бы... Враги просто бегут на тебя, и все, а ты на них. Кто тут с кем собирался перестреливаться, блядь, непонятно. Погоди-ка, а что это закрыто? Пропали ступеньки наверх ведущие. Да, мне проход перекрыли красные мечи джедаев. Может, на ключ купить? Нет, да? Однозначно нет. Абсолютно.
2008 году меня пригласили поучаствовать в одном игровом проекте. Я исполнил там главную роль Гюльмана, абсолютно. Найдите выход из комплекса. Ну вот это, блядь, хорошая задача, потому что я на самом деле никакого выхода сейчас здесь не вижу, просто его здесь нет. Доктор Джулиана Камински. 9 февраля 2030 года. Начальство приказало все силы бросить на работу с петроглифами на стенах. Их нужно пронумеровать, сфотографировать и как можно быстрее. Похоже, они хотят перевести эти письмена. Интересно, с чем они собираются сопоставить эти тексты? Конец записи. Интересная печать. Здесь написано «Авказ русский». Не видно. В Каза Роской, блядь, даже... А, это Джулиана, походу, вот она лежит, нет? Блядь, да это же мистер Дудец. А, вот она, кнопочка. Где-то я уже такое видел. Я уже прошел в прошлый раз эту головоломку. Боже мой! Нас, сука! Нас, сука! Все, блядь. Они померли или нет? Я просто по этой анимации не понимаю. Они не померли. Вот, померли. Эти просто охуели. Они в нокауте, наверное. Говорят, нас еще руками никто не... Подожди, подожди-ка. А, это не я на лифте приехал, это они приехали. Что такое shield charging? Чаргинг. Какой щит? Зарядка какого щита у меня тут идет? Наёбсик, а? Вылез. А этот же Гурда из фильмов. Когда он в нулевых снимался. Да, моя броня, блядь. Ну да, я понимаю, игры, не то что ваш, блядь, реализм этот War Thunder-ский. Ходишь там в кустах, сидишь. Вон, всех врагов видно, блядь. Не видно, можешь фонарик включить. Почему в War Thunder нет фонарика? Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Ох ты, ёб ну твою, братва, мать! Нихуя себе, вот это да! Бульман не стоит на месте, как я думал. Ну, ты смелый-то такой. Видали, блядь, каких мобов завезли, а? За 8-то лет, блядь. 4 части. Если, подожди, Гульман вышел в 8-м. Сейчас 7-й, значит, 8 лет назад. За 8 лет 4-я игра, значит, раз в 2 года Гульман, что ли, выходит? Ну, я считаю, что чаще не надо. Чаще не надо, а то можно потерять, знаете, этот уровень. Можно, есть риск, как бы, скатиться в конвейер, я считаю. Вот. Я думаю, что такие игры должны выходить раз в вечность, не чаще. Все посмотрели, поржали, доктор хватит. Джулиана Камински. Не, уже в четвертый раз как-то даже не смешно. Пошла в жопу, доктор Джулия Камински, бля. Я не понимаю, почему текст-то, блядь, на английском? Как интересно сейчас, из чего он целился, потому что луч лазерного прицела шел откуда-то, блядь, из-за его левого плеча. Может, у него там установка была невидимая, как у хищника. Вот сейчас была в момент того, как ящик разлетался на охуительно проработанные детальные щепки, FPS просел до 35. Говно оптимизация, да. Это что за клоака опять? Господи, меньше темноты, мне тут страшно. О, мое оружие с пламегасителем, оно не выдает вспышки. Еще был бы глушитель, и можно было бы вообще ночью сражаться. 210 пистолетных патронов. Я продолжаю набирать дико. Дикое количество брони. Все, броня полной жизни. Броня, видимо, тоже полная. Подождите, эти шарики были... Чем шарик? А, шарик, я понял, жизни это оранжевый шарик, броня это белый шарик. Круто, надо было еще и патроны тоже шариками сделать. Диабло! Сэр, мне нужно, чтобы вы отключили механизм, который активирует защитный купол. Хотя бы на несколько минут. Мне очень нужно запустить ракету с беспилотника, чтобы уничтожить этого ублюдка в южном коридоре. Ракету с беспилотника запустить? Но, сэр, он уже столько моих ребят положил.
Не могу означает не способен. Не я активировал механизм, не я его контролирую. Его вообще никто не контролирует. Мне очень классный халат у этого главного злодея. На нем, блядь, знаки зодиака, походу, были. Я там стрельца видел. Стильно, стильно. Это... Я буду звать его доктор Звездочет, блядь. Интересно, что они тут втроем разглядывали? Может, они тут ссали втроем? Фу, я тут хожу. Типа, ссы в одного моря не будет горя. Ха-ха, все такое. Так, мне соточки не хватает до приличной пушки. Я понимаю, что за 3000 я куплю точно такое же дерьмо, а вот если я соточку еще где-нибудь надыбу... А что, братва, будем разбираться... Есть соточка, чувак. Что это, блядь, было? По-моему, это эстонские ракетные войска произвели запуск межконтинентальной ракеты «Улитка». В 1985 году она долетит до России через 300 тысяч лет. Мне кажется, я мог сбить эту ракету. Блять, какие у нее проблемы с подъемом по лестнице. Эту ракету, мне кажется, я мог сбить выстрелом. Так, вот там дверь, которая открывается только если все... О! Видели, да? Видели? Видели, как он от бедра стрелял? Нихуя Клинт Иствуд нашелся. Видели фильм «Плохой, хороший, злой»? Так вот это фильм «Плохой, хороший, Гульман». Так, у меня вот хватает вот на это. 3000 всего, кстати, во. А, вот эта квадратная залупа, из которой я стреляю. Вот это дешевле. Buy. Yes, I won. Блять, они мне просто оптику к этому автомату прикрутили. Вот же наёбсики подлые. Но это, блять, новая механика для этой игры. И батла один, короче, резко скатилась в моих глазах, блядь. Вот у них-то, блядь, прицел даже не такой пиздатый. Членососы, блядь, из Electronics Arts. Учитесь игры делать. Охуительно, блядь. Отдача вообще такая, что... Как же, блядь, из нее стрелять-то? На, сука, о, как его разорвало, видели? Этот баллон, сука, судя по ошметкам, лопнул как шарик надувной. Может, это был надувной баллон? Во-во-во, это человек, это снова человек с эстонским гранатометом. Наша ракета летит не спеша, но очень мощная. Его в корень. Чак Норрис? Хули ты тут делаешь? Его в корень. Гульман так крут, что он заебен. Бля, вот этот, вот эта херня, которую я нашел, посмотрите, она, бля, вообще, она весь урон поглощает, который в меня летит. У меня вот этот вот магический щит расходуется, немножко бронежилет, а мое здоровье, оно вообще, оно нерушимо, ёптать. Шайба просто здоровья, блядь, скала. Ни разу пуля не достигла цели вражеская. Ну что, блядь, братва, будем разбираться, не подъедем. Они выдерживают по 3 попадания в свою безмозглую голову, походу. Пуля не может задеть мозг, поэтому они... Вот. Ну что, братва, будем разбираться, не подъедем. По-моему, я даже присел и веду дикотехничный огонь с колена. Ну, кто тут смелый-то такой? Да, приседания такие, как будто у Гульмана колено, как я не знаю, как у Пекинеса, блядь, коротенькое. А пизда хуеть просто. Может, я серьезно в это играю сижу, что ли? Бля, 16-й год на дворе. Эх. А на улице мороз, что еще делать? Не в батлу же играть в эту попсовую, блин. Вот выбор хипстеров. Вот она. Игра, на которую не жалко тратить время. На ее разработку, по крайней мере. Блять, в правый глаз выстрелил. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Ну кто даже, тут смелый-то? Даже мозгов не хватает вскинуть цевьё, не знаю, выстрелить поверх камня. Ебать его в корень. Враги стреляют от бедра, в этом их проблема. Бля, надо было сложность... О! Нее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 ee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 e
Тише, тише, ты так землю уничтожишь, воу-воу, так Хрущев, у Хрущева царь-бомба была по изи, блядь, полегче. Доктор Джулиана Камински. Да когда ж ты помрешь уже, ёб твою мать. Бля, ничего, серьезно, сюжет какой-то серии сочиняли. О, ёб ты, блядь, текстурки-то нахуй, 75-й год, чё это нахер, трава сквозь текстурки проросла, мыльцо, мыльцо, ебать. А хули? А, вот. Нихера себе, я только до обучения приседанию дошел. Боже, блядь, сколько здесь глав. Звук-то где? Причем вот когда гаснет резко свет, это меня телепортирует. Постепенное затухание света, это же, блядь, нано-механика. Не каждый сдюжит сделать. Хрю-хрю, блядь. Кто-нибудь считает, сколько я фрагов наебенил за это прохождение? Я слышу вертолет, мне кажется, это будет босс. Возвращаемся к истокам. Я помню, босс-вертолет был еще в игре «Скалолаз» на Дендике про Сталлоне. Класс, классная игра, классный фильм. О боже, джедай, мастер-джедай и владыка Ситх встретились. Доложили бы, снова попытались вскрыть нижнюю камеру. Хотя это скорее Хоттабыч какой-то, блядь, в шубе летом. Да, попытались. Мистер Уотсон, вы должны понять, мы ученые и не можем сидеть сложа руки. Доставайте уже световые мечи. Я прекрасно знаю про ваш кружок, и я официально предупреждаю вас. Я отдал приказ охране задерживать любого, кто появится в нижнем секторе раскопок. При попытке вскрытия камеры стрелять на поражение. Вскрытие камеры, бля. Мне кажется, прохождение этой игры рассчитано на нон-стоп 2 часа и 1 минуту, потому что ровно через 2 часа вернуть деньги за покупку будет уже нельзя. Вперед, блядь! Морфлот, сука! На нахуй! А, как им ебальники повскрывал, прям, ах, как Сергей Симонов, прям просто, блядь. Сокрушитель всего, блядь, на свете, ёпта. Блять, кемперить сложно здесь. Ну что, братва, знаете что? Я вот заплатил 3000, чтобы мне поставили прицел на этот автомат. Я бы сейчас еще столько заплатил, чтобы его сняли. Ну кто тут смелый? Бляха-муха. Какая гнида мне в спину выстрелила. Я так понимаю, сейчас мы вертолет будем сбивать, и это будет просто... Апогей. О-хо-хо-хо. Какая беспалевная полосочка здоровья. Все, я походу ядрить его в... Да где же этот вертолет? Ядрить его в лопасти. Бля, босс вообще сложнейший. Ёпта. Надо, наверное, ПВО найти, я так не справлюсь. Самое бесшумное падение вертолета. Она говорит, что акула муляж, но я вижу, как она шевелится. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Нихуёвый муляжик, да? Судя по костям, рабочий все-таки прыгнул сюда. Так, ну я уже был, по-моему, в похожем бассейне, не вижу смысла. Блять, когда я выныриваю, еще и музыка лагает. Видите прикол, я не могу вылезти отсюда. Он не вылезает, ядрить его в корень. Сейчас я разбомблю стену и выйду, блядь. Ура! Земноводные вышли, блядь, в юрский период, и мы смогли. За что, кстати, деньги дают здесь? За убийство солдат? Или надо по их трупам ходить? Ну все, я даже босса завалила, не знаю. Даешь прохождение. Типа. Прикольно, у него лазерный прицел прям через камни просвечивает. Хорошо, хоть пули через стены не прилетают. Ну что, брат, разбираться не по. Ой, это же Сильва. Бигфут Сильва. Я его даже через прицел узнал. Я вместе Бигфута по судам этих... Доктор Джулиана Камис. Извините, не вовремя в меня летит мега быстрая ракета. Ядрить ее в корень. Ебать. Нихуя себе.
теперь я завладел этим супероружием, я буду убивать проклятый американский спецназ и русский свинья, которые стоят на моем пути. Ну вот этот вот в матроске, мне кажется, явно русский, он такой похож, я не знаю, на Тараса Пастушенко, например, блядь, из старого же модерн. Где-то здесь опять спрятано секретное... О, сейчас будут тараканы. Нет, тараканов я, блядь, не хочу тратить на них. Мое новое мега-оружие. Блядь, как непредсказуемо, чувствуете, да? Какие сюжетные повороты, блядь. Перипетии просто, блядь. Я не знаю, как... Я просто боюсь на... Ах ты, пидорасина, блядь. Я боюсь на очередном сюжетном повороте просто из кресла вылететь, нахуй. Выбросить меня. Я вцепился в ручки, блядь, и готов ко всему. Сюжет, блядь, непредсказуем. Он может развиться как угодно. Ну что, дайте я кому-нибудь фугас-то засажу, а? Низкополигональный фугасец. Блядь, снова хитро выебанные лабиринты. Мне кажется, по такому же Минотавр бегал на острове Крит, блядь. Ох, блядь! Аж напугал. Ух, бля, пачками просто укладываю их, а, блядь, из базуки-то, ёпта. А этот даже за стеной помер, нихуя себе, она через стены валит. Хорошо, враги об этом не в курсе. Это еще что за преграда коварная? Ну кто тут смелый-то такой? Из этого оружия может даже не целиться, она просто взрывается рядом и сносит нахер. Ну, интересно, а я смогу догнать свою гранату, выпущенную из этого гранатомета? Снаряд. Блять, дикая разнообразная игра, конечно, я ебу. Не, ну такие уровни можно делать, я не знаю. Очень-очень много, скажем так. Часов на 20 можно такую игру растянуть. Я не знаю, есть ли у нее конец. Мне кажется, зря я не стал ее стримить, потому что вот на стриме было бы самое оно. Никому не нравится Final Fantasy, дескать, там главный герой педик и все такое. Так вот, Гульман-то явно натурал же, никто же не будет спорить, что этот брутальный альфа-самец Гетеро. Это у меня что, пистолет? Я просто по звуку не отличаю. Самое время заценить звук в этой игре. Мне кажется, звук тут явно 5-1. Потому что наушники только вот при взрыве немножко не вибрируют. Но я думаю, если вы будете смотреть на вашем кинотеатре... Будем разбираться не по-детски. Блять, какой раз я прохожу это место. Мне кажется, я хожу кругами. Так, я хочу дойти до лабаса, купить... На, сука. Купить себе еще один ствол, посмотреть. Будем разбираться. Посмотреть на него. О, блять. Снаряд попал, вы видели? Нихуя себе. Такого даже в Матрице... А, в Матрице было. Я думаю, разработчик этой игры консультировал братьев Вачовски. Консультант по экшену. Работал в Матрице. А, разработчик работал над фильмом Матрица. Он был консультантом Вачовски. А, это... Подожди, это продается... Это глушитель, а это ствол. А, блядь, автомат один и тот же. Вот это тогда что? Опять наёбсики наебали. Не продали мне нихуахуа. Я ничего не получил за свои потраченные деньги. А раз они наёбывают меня в игре, я подозреваю, что они наебали меня и в реале, когда я купил у них эту игру. Доктор Джулиана Камински. 19 февраля 2030 года. Я думаю, он реально верил в это. О, нихуя, тут еще и редактировать может, можно. Что программистам удалось расшифровать древний язык. Ну все, видимо, я... А, ты еще жив. Кто тут смелый-то такой? Ну все, я так понимаю, что ничего нового, скорее всего, я в этой игре больше не увижу, к моему сожалению. Я не знаю. Я просто старался ее пройти. О, новая локация. Ах ты, блядь, ничего себе. Что, опасно, опасно. Не по-детски. Уровень опасности возрос. Ничего себе, на втором часу игры я увидел новую локу. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Нахуй он солдат братвой называет, я не понимаю, придурок. Гульман что,
Ну что, брат, криминалити авторитету? Ядритива в корень. Давай, выходи уже, ситх ебучий, сразимся, да я закончу. Нет, он топчется. О! Какие вырезы у них у маек военных. Они вскрыли камеру. Что, да как вы? Они где-то раздобыли оружие и напали на охранявших раскоп. Они не оставили мне выбора. Ну да, такую охрану трахнуть-то вообще как нехуй нахуй. А, вот оно бабло как выглядит. Пачка соток долларов. Подбираем. Ровно сотня. Видимо, остальное фальшивки. Нихера себе. Непредсказуемо. Где мой торпедный аппарат? Огонь под водой заметили, да? Ядритива в корень. Акула ему лежи, говорит, ёпты. Ныряй, говорила она. Будет весело, говорила она. Ну очень, кто тут смелый-то такой? Очень трудно стрелять из воды, потому что я их не вижу. Вот это другое ну дело. Ну что, братва, будем разбираться не по-детски. Знаете что, это напоминает мне Far Cry, мать его, 2004 года, первый. Что-то есть у них общее. Хотя у того системные требования были послабее. Там и графики-то такой next-геновой не было, как здесь. Ядритива. Подождите, пацаны, перезарядка, ёпта. Слушай, они издалека хорошо стреляют. Зачем они подходят в упор, блядь? Какие, какие тупорылые мрази. Вас где в охрану нанимали? В доме, блядь, собственно, отсталых? Доктор Джо. Пошла нахуй. Блядь, и снова надо найти кнопку, да? И снова сейчас тараканы. Бля, я ебу, Алибабу, вот эта игра. Нихуя себе сделали. Просто, просто, блядь, Россию с колен этой игрой подняли, блядь. Еще вчера я был уверен, что в России ничего лучше War Thunder не сделают, но вот она, игра лучше, блядь. Лучше. Знаете что, все, все, блядь, это даже не смешно уже, это просто полная, блядь, клиническая нахуй хуетень. Просто, блядь, дерьмо. Ну, ёпта, даже, да, я не понимаю, блядь, для кого это трэш, для, не знаю, фанатов Мэдисона, для детства вспомнить на его обзорах, что ли, блядь. Но это же даже не игра, они даже, блядь, не попытались игру-то сделать, ёпта твою мать. Это же, блядь, просто какая-то, блядь, не знаю, высер, ёпта, за 300 рублей. Может, за 30 я бы её, блядь, купил за 300, блядь, ребята, идите мне нахуй. Серьезно, вы ебанутые, что ли? Ну? Может, я что-то, блядь, не понимаю, но это охуеть можно просто с таких игр. Ебать, я бы в это не стал 30 лет назад играть, блядь, я бы лучше, не знаю, у меня была бы Дэнди, блядь, хуй с ним Дэнди, у меня был бы Тетрис, блядь, вот это, 300 игр в одном, мне предложили, вот, давай, короче, ты нам Тетрис, а мы тебе комп с вот этой игрой, я бы сказал, идите нахуй, я лучше буду кубики, блядь, стопочкой складывать, блядь, до усрачки, в кубик Рубика, блядь, играть интереснее, чем в Гульмана, это ебануться просто, ебатория, такая кончелыга, ёб твою мать, а чё он перезаряжает-то? Нахуй он перезаряжает гранатомет. Взводит гранату, наверное, я не знаю просто даже, как описать эти действия. Ядритива в корень. Просто массовая аннигиляция. И до босса тут, походу, просто как до Китая, блядь, ползком. Ядритива в корень. Хедшот. 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 А мне говорят, Сириус Сэм, поиграй нахуй, Сириус Сэм, вот. Сириус Гульман. Ну где еще один-то, блядь, абориген? Нету. А, блядь, задача... Даже в Zero Tolerance на Сеге не надо было всех убивать. Там просто счетчик выключался, если ты пропустил. Но ты мог идти дальше. Ах, вот ты где. Ну кто тут смелый-то такой? Два удара и отъехал, ёпта. Все, наконец, чекпоинт. Пожалуй, я пройду эту игру потом за кадром. Все, в общем, господа, пишите, как вам такая игра, стоит ли проходить. Что-нибудь, и вообще что-нибудь пишите, жмите. Вот такие новиночки в 16 году. Российский игрострой встает с колен. С колен Гульмана. Все.
Адьё, пойду глаза святой водой закапаю. Мне кажется, в них через эту игру грех попал завтра загноятся.